Не забывать, не бояться становиться сильнее. Вместе. 11 марта в Европе – день памяти жертв терроризма. Его отмечают 16 раз, и каждый год список невинных людей, погибших при терактах и пострадавших в них, пополняется все новыми именами. Траурные церемонии прошли в Париже и Мадриде. Политические лидеры Франции и Испании, представители Еврокомиссии выразили поддержку родственникам жертв и выжившим в нападениях. «Мне, как и многим другим европейцам, трудно представить себя на вашем месте. Мы не знаем, каково это – пострадать от нападения или потерять близкого человека в теракте. Но многие европейцы боятся, что однажды они тоже окажутся не в том месте и не в то время. Не каждый из нас становится жертвой, но все мы под прицелом, и нам нужно бороться с терроризмом сообща». День памяти был учрежден после трагедии 11 марта 2004 года, когда при взрывах в поездах в Мадриде погиб 191 человек. Этот теракт стал частью продолжительной серии атак экстремистов – Галле, Лондон, Лион, Париж, Утрехт. В прошлом году террористические акты прогремели в целом ряде городов по всей Европе.